сухофрукты – полезный продукт. Химический состав идентичен свежим плодам, из которых лакомство было приготовлено. Только удалена лишняя жидкость. В них много калия, железа и витаминов группы В. Оказывают положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Кумкват – это разновидность цитрусовых. В нем большое количество витаминов А, В, С и флавоноидов, а также минералов, таких как фосфор, цинк и медь, которые помогают стимулировать иммунитет. Благотворно влияют на работу пищеварительного тракта. Энергетическая ценность – около 300 килокалорий на 100 грамм. Цукаты из манго обладают приятным вкусом и ароматом. Употребление в пищу помогает повысить иммунитет, а также сердечно-сосудистую систему. Небольшое количество сухофрукта помогает восполнить дефицит минералов во время диеты. Показатель калорийности – 314. Сушеная вишня обладает большим набором элементов. В ее составе находятся витамины группы В, Е, ПП и С. Кроме того, есть медь, калий, магний, натрий, фосфор, железо и органические кислоты. В ней, как и во многих ягодах, отсутствуют жиры. Это прекрасный диетический продукт, богатый антиоксидантами. Интересный факт. Ученые рекомендуют употреблять тем, кто хочет отказаться от курения. Она способствует ослаблению никотиновой зависимости. Айва – низкокалорийный продукт, богатый клетчаткой. Пришел к нам из азиатских стран. Сухофрукты из нее очень тугие и жесткие, поэтому их обязательно запаривают. Отвар помогает выведению мокроты из бронхи и легких. Также богата редкими кислотами для человека – пектиновой, винной, лимонной, яблочной и тартроновой. Сушеная папайя повышает сопротивляемость организма к простудам и вирусным инфекциям, препятствует распространению свободных радикалов и защищает от возникновения онкологических процессов. Помните, что не стоит давать сухофрукты из экзотических плодов маленьким детям, так как у них пищеварительная система неустойчива. И не всегда полезные заменители вредных конфет могут принести пользу. Обращайте внимание на новые и необычные продукты на прилавках магазинов. Пробуйте новые. Всего доброго и до свидания.